Вышиванка. Вот такую прикольную вышиваночку смотрим. Сколько это она? Машинная вышивка. Ну, это не ручная вышивка, ну, это... прилично, 2800 она стоит. Ну, это лен вместе. Нет, лен вместе с головком. А еще у меня красивая, очень красивая. А ну покажи еще. Не отошли мы далеко от отеля. Сразу попали в магазин вышиванок. Ну вот это. Ну тут размеры все большие. Это классное. Вообще это вот просто узоры и класс. А цена тут, конечно, 3900. Больше $100. $100 с чем-то даже. Это огромное. Ну сейчас посмотрим. Если что-то будем мерить, покажем. А ну давай еще что-нибудь. Подожди, подожди. Не платье там. А это может человечу тут? Тут еще такие жакетики есть. Ну все в пределах $100 где-то. А ну. Ну это вообще, слушай. Не на мене. Напоминает поясок, который ты купила. Ага. В этом. Ну подожди, даже еще. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так сними цену. 9850. А, так не ой-ой-ой. Да. А вот уже натуральная вышивка? Не знаю. Она уже ушла, я же не буду не бежать. За 9800 никто бы не сядет тебе вышиву. Красивое платье? Да, мне нравится. Вот еще вот такой типичный узор, мне кажется, вот такой вот, да? Вот много таких узоров у нас в Украине. Вот такие вышиванки. Ой, 7850. Конечно, сорочку я пусть могу просвечивать, не хочешь. Удобнее плащечка, ну подожди, вот такой яркий. Там. Сейчас покажем. Вот эта Наташа прям очень понравилась, но тут даже цены очень, нету. Просто очень много, как бы, яркий, мне нравится цвет яркий. Ну, класс, она узоры, конечно. А сколько кушают? А помнишь, мы же не увидели, тут нет цены. Я думаю, кстати, что Наташа обратила внимание, смотрите, еще потолок сделала. Очень красиво. Да вообще. Класс. Ну тут еще дальше, то есть не все еще, но там молодежное в основном уже и такое. Передевалочки. Ну, там, конечно, самые красивые платья. Ну что, красивое платье. Слушай, я так вот сейчас смотрю на него. Такое. Ну давай спросим, сколько оно стоит, интересно. В пустыньку выйдешь. А рукавов нет. О, рукава есть. Ну, ты же их показывала. Такие це розумі. Там вообще ничего нет. У рукава говорю. Карманы. Ну я поняла, да. Что это? Ой, рукава живот, ты показывала. Подожди, стой, я узор посмотрю. Ну, узор супер. А какие это розумі? Эсочка? В смысле? Ну, вот такая эсочка. Что с размером? Или это реально эсочка? Не знаю. Она уже в груди будет. Я понимаю, что это мужская. Просто она так штанам классно идет, просто, но мне нравится. А чем она мужская? Ну вот. Мне кажется, что это... А, плечи чуть-чуть, вот немного... Ну это была одна. А размерчик какой? Она, не знаю. Чика-чика-чика, сейчас. Да, подожди, зафиксируемся. Ну, мне нравится, как она вообще. Боже, сколько же это руками будет вышито, если стоит? 1030? Ну то она 570. Тысяч... Это вообще... Что? 570 гривен стоит. А размер какой, ну посмотри. Эсочка. Эсочка. Да. Ну я думаю, что их она спиной стань-ка, Демона. Она просто темная, она не заляпается. Можно даже в школу одевать. У нас есть такие дни, когда все приходят в своей национальной одежде. У меня тоже есть футболки. Но одна из них такая. А вот завяжи эти мотузочки. Как их завязать? Ну просто бантик какой-то, я не знаю. Что. Бантик. А это что, хлопок такой? В принципе, да? Ну не очень жарко. Ну прикольно вообще как-то. Вот такая вот так вот выглядит так. А можем. А, хотя это человече, оно же уже меньше размером быть не будет, да? Ну, можно спрятать, но она одна. Я думаю, это как распродаж там, нет? Что там не так? Ну, а может нет. Не, ну прикольно. Прикольно. А чё нет? Ну, что, давай подумаем. Прямо это, я не знаю. А что, таких магазинов тут только один, я не знаю. Прям зашли в первый, и столько людей, якось прям дивно. А ну сейчас с брюками, ну да, я дальше отойду. Так оно с этой джинсами будет главное. Ну это детские. А сколько вот детские стоят? Мы посмотрели? Детская, давай вот такую мне понравилась. Вот такая красочка.
Ой, мне тоже эти глади нравятся. Очень. Ой, дай так, дай бесценно. Давай, бесценно, не то. Давай сейчас я еще сниму и покажу. Вот они есть. 1800. Вот так вот. Вот так вот. Это прилично. Ну, смотри, с рукавом красиво. Не, красиво. Ну, просто с выточки смотреть. Уже поняли, хорошая вышиванка будет стоить $100. Да? И это еще не ручное. Это еще не ручное. Мне тоже нравится. У девушек такие красные, а у хлопчиков, ну, у ребят. Не факт. Синенькие. Кстати, это все. Ну, обычно. Я не говорю, что точно. Я в этом, если честно, ничего не разбираюсь. У каждого региона. Наверное, не знаю. Думала, это мужская, это женская, наверное. Ну, более женская. Ну, что, ну, что разрезы. Ну, мне классно это вообще, мне нравится реально. Ну, 570. Бери. Так можно еще в ней, извиняюсь, и уроки физкультуры вести вообще. Она можно. Рукава закрывают. Узор, говорится, типа похож на иорданский. Это их на наш, да, похож. Точно. Да. Вот. Так что вообще будет здорово. Ну что, подумаем? Да? И что ты еще хочешь? Ну вот это худи или как это называется? Маленький. Боже, какая прелесть. Это вообще на малючка. Угу. А сколько же такая стоит? Кстати, да, на малючков он еще дороже. Сейчас чем очень это странно. А ну возьми там. Есть. Это просто отпало. Ну это распродажа. Да это я так подумала. А просто ты знаешь? 186. 186 гривен. Да вообще ладно. Класс. Только кому? Никому не надо. У нас малючка нет знакомого. Боже, все какая выросли. Прелесть, все выросли. А вот такая, как у меня. А ну. Не, это с коротким. Да, похоже. Нет, нет, нет. А ну, узоры, да, чуть-чуть другие. Нет, другие. И этот я стоит 540. В смысле? 540. И твоя? Моя 570. С ума сойти, все бери, не снимай даже. Даже не снимай. Ой, а что это такое? Вот это черное, как понча или что это такое? Да. Ой, а что? Это не понча, это этот. Оксана Калинчук, это уже понятно, что это какой-то модельер, извините, какой-то, мы не знаем ее. 6500 или 65? 6500. Пальто, да? Угу. А ну сними его. Ой, боже, какая подкладка. У вещи главная подкладка. Да, посмотри, боже, как сделано. Прям чуть ли не крючком связано. Померяешь? Фиолетовая. А что сзади? Два кармана. Ой, сзади вообще красота. Ух ты! Боже, куда ж мне такое носить? А какой это размер? Давай я посмотрю, можешь померить, почему нет. Это размер непонятный, тут не написано. Ну давай, безразмерный. Да. Наталья, выходите. Сейчас, одну секундочку, оно мне маловато. Ну, узор, каков узор, конечно. Ну, 6500, да, это распродажа, 100%. Слушай, это даже может, надо поставить. А ну-ка, выйди. Ну, сейчас, одну секунду. Рост не мой. Тебе хорошо? Нет. Ну, в смысле, если мой. Подходило бы, тебе бы шло, если подходило это бы. Это просто не мой рост. И заяц вот классно выглядывает. И заяц. Это заяц. И вот тут тянет мне, то есть это не мой размер. А ну? Ну да, 6500, поэтому уж осталась последняя. Посмотрим, сзади вообще одуренно. Одуренно. Ну, можно не спрашивать даже, я точно знаю, это последняя. Точно 6500, да? Ну да. Так что... Ну давай спросим ради интереса. Тут много крючков было занято, я свою одежду просто сюда выложила. Красиво веечка пришита, но это вообще. Ну тут вот просто это не как, помнишь, как коллекция Марии Примаченко в Польше. А мы вбили вот сюда. Никто не жаловался. А ну посмотри на подкладку. Сейчас подожди. Ай, красота. Цвет подкладки. Для меня передает. Да? Класс. Подкладка это вообще стоп. А из чего это сделано? Материал какой? Так, Украина, адреса Черногола. Ничего не пишут. Но что-то, мне кажется, натуральное, конечно, здесь есть. Вообще классно. Шикарная вещь. Шикарная, стильная. И, в принципе, она ни к чему особо. Ну что, спросим на всякий случай за размер. Кстати, еще мне нравится вот в этих они. Это чтобы люди не трогали или что, Наташа? Ну, помоги. Не залапывали. Может, это уже модели представлены, а может, дорогущие. Слушай, мне кажется, мне большую футболку не нужно. Я сейчас хорошо себя в этой чувствую. И больше там они будут уже как-то... Это уже заказ. Это заказ. Это заказано. Мне кажется, что больше не надо. Нет, больше. О, больше. Меньше. Меньше не будет.
Ну вот, если чуть-чуть вот видишь, ну это мужская. Короче, она же, ну я рассказала, что она вот такая мужская. Мне прикольно будет ей. А вот платьишко. Не, ну платьишко я не думаю, что надевать. А, цвет обалденный. Сразу показываю узоры. Можно с рукава. Тоже кармашек. С рукава. Вот это правильное платье с кармашечком. Покажи. Ну вот пояска нету, да? Карманы, да? Сколько оно? 4800. Видишь, это, наверное, действительно как скидка такая. Классно. Как красивое платье. Померишь? Раздеваю. То есть ты, ну, не настроена брать вышиванку сегодня? Я настроена, это тем более за такую цену. Потому что у тебя это универсальная такая речь. А я вот, ну куда, ну серьезно, вот, ну, у меня то красное есть, еще не сношенное. А это вот, ну... Да, красное платье оставлю в видео в описании, смотрите. Если бы я, честно, здесь жила бы, в Украине, я бы купила. А там, в пустыне, для кого тратить? Перед ну, вот в отпуск приезжаешь на сколько, 5-6 недель отдела я пошла. Ну, оно, во-первых, теплое, это хоть и лёдно, но длинный рукав, понимаешь? Интересно, друзья мои, опишите, из ваших стран вы носите свои национальную одежду? Вот мы носим, но сейчас тем более, что война, и у нас и так патриотизм поднят очень сильно. И действительно, ну, это приятно, и, ну... Мы хотим носить нашу национальную одежду. Наташа, сколько там стоит платье? 7850. Вон там мне Наташа понравилось. Будешь мерить? Будешь мерить? Вот это вот с разноцветным рукавом. Ну сейчас давай я сниму свою, и ты померяешь. Вот это очень красивое, я не знаю, подойдет вот это. Не та полосочка, черная. Сирена? Тревога. Ой, блядь. Релакс. Переждали тревогу. Наташа выбрала себе тоже померить вышиваночку. Слушай, ну, по-моему, классно. Она тоже чуть-чуть большая, но вот как это М-ка. Прикольно. Это М-ка. Это М-ка. Ну, смотри. Як це воно? Не знаю. Ну, колір гарний. А диви, що це? От це все, що є на явності. Покрутись. І вони, це... Ой, так, все, що є в наличі, і... Тобто, може, якийсь магазин, вона каже, вона перетелефонувала, да, спитала за іншу вишиванку, немає. Вони міряють, якщо тобі треба, вони міряють, шиють, і це місяць. Можуть зробити, і це місяць. Це місяць. А у нас місяця немає. Да. Ну, ж скоро... Назад туту в Эмираты. А сколько она кушает? Сколько она стоит? Это вот прикольная, да, такая? Реально. Ну, 3850. Вот я взяла. Ну, боже, ну да. 3800. $100. Ну, мы так и озвучили. Хорошая вышиванка. И стоит $100. Красиво. Мне дизайн добрый. Давай я туда пойду, я еще одну вышиваночку возьму. Если они берутся, это сразу парень с девушкой, а видела, да. Забежали, купили свиданьку. Ну, у них уже под заказ был, их уже ждали. А, это они померили. Это уже под заказ. Ты еще одну возьмешь? Ну, давай. А, ну, покажи. А тут серо-белый. Чуть-чуть, да, чуть-чуть, они разные. Они разные, они разные. Чуть-чуть, они просто резные. Давай, они разные. Это Элечка? Это Элечка. Давай померим. Ну, такой, как я говорю, большую, не знаю, почему мне на мужскую такой ворот похож. А ну, покажи, ну, рукава точно женские. Потому вроде. Что так и тут вот. Почему? А, ну и да, не знаю. Вот прямо... А, ну так прикольно, давай померим эту. Хотя эта Элька, она выглядит меньше. Что с ценой? А что дешевле? 800. А тут выточки для груди сделаны. Ну, давай попробуем. А тут нема, бачишь? А тут если бы они зарубили, хочу. А давай. Непогано, да? Ну да. Не очень даже неплохо. А давай я тебе сейчас дам посмотреть видео, и ты вот давай, решишь. Давай. Подожди, а что она такая длинная? Это Элька. Это как S-очка, XS-очка. Это як? Ну, Элька написано. Ну, наверное, Элька. Да, Элька. 2800, не знаю. Давай быстрее снимай, пока ты ее не треснула. XS-ка, наверное, я к ней близко. Это XS-ка, наверное. Ну, постаралась, молодец. А ну, подожди, давай я так, на предмет
цвета. Ну, тоже непогано. Чи? Белая. Ну, та интересно. Ну, видно ментоловый бюстгальтер, видно. Ах, блин, ну, конечно, видно ментоловый бюстгальтер. Модель совсем другая. Угу. Бачиш, там такі от фонарик іде, а это такая. Угу, да, кстати, да. Это, кстати, класная. Да, кстати, а спроси, нет ли в других магазинах вот такой вот? А я не хочу такой колір. А, ты не хочешь, все, я поняла. Мені подобається сіпто. Да? Если б то. А то-то спрашивала, есть? Вот это вот, М-ка, ЧС-ка. А зачем мне? А, тебе она подходит. Да, тебе, вроде, да? А, ну все, тогда еще платьишко меряешь. Да. Тогда, если что, просто берешь себе М-очку и все. Ну, подожди, ты чувствуешь себя хорошо. Если это лен, ну да, но там может быть, подожди, может не так все плохо? Я же уже посмотрел, но оно все равно обтягивает, да? Ну сильно обтягивает, сильно. Сейчас, чтобы я свободно чувствовала, как бы, я не знаю даже. Давай. Так, ну вот последняя часть Марлезонского балета. Мне подобается дуже вышивка, але вот это все не подобается. Меня это еще такой... Добротный. Ну, в общем, нравится Наташа, красиво, только рукавчик. Да? Ну, красиво, да. Но красиво. Опять-таки, я же говорю, уже выбрать свою вышиванку, свой стиль. Там нужно много мерить. Я тоже. Мне красивую привезли в подарок, помнишь? Да. Из Ильна в Эмираты. Ну, мне она вроде и я влажу, но мне она вообще кажется, никак. У тебя ручная вышивка. Ну, там, нравится. Да, там, скорее всего, такой подарок был уже ручная, но никак было. Вот, знаешь, такой вот из карпатського такі гуцули, отам от такі от вони. Що гуцули? Може гуцулка, ні? Гуцул, да? Ні, не гуцули, в смислі много, як от національні. Гарно, да? Гарно. Ну, класно. Я ще раз. Так, ну що, друзі, пишіть коменти, а Наташа все-таки нацелилась на дорогую вишиваночку таку, да. Зараз будемо рішати будемо. Ну вот, ну, Наташа думает тут. Что мне нравится? Пойду еще туда посмотрю в большое зеркало. Ну что? Что там у нас с комментами? Надеюсь, вы написали уже и сказали ваш выбор. Ну, Наташа, это нравится. Рукав хорошо. Очень красиво. Идем в большое зеркало. Посмотримся. Да. Красиво. Чтобы все разошлись, а мы еще у вас. Ну, гарно. Львовский дождик. Все, как гарно треба брати. Коди Иванович, можно? Да. О, знаешь, у меня вот это сподобалось еще. Ну, это такая вот, XS-очка вообще. Угу. 2850. Красиво, да? Очень красиво, да. Прикладываю. Ой, красиво, да? Угу. Да? Непога. А это? Это краще. Теж. Красиво. Ой, смотри, тут и коврики продаются, вот эти, которые вязаны. А, так тут это как крючком подарков. Вязаний или чем-то. Це рушники? Рушники це, да? Так, а, так. І рушники. Полотенечко. І магнітики, і все є. Угу. І на мисті сумки. Так, все, так? Да. Рішено? Угу. Рішено. Наташа ще тут не стала. Вона говорить, от це от біле-біле, а це не біле. А смотри, белое. Ну, різниця ж видно? Ну, так. Да. Белое, это белющий такой, это что у нас по цене 2800. Да. Хочешь померить еще эту? Это даже не, вот мне что-то вот это как-то так. Там никого нет? Не знаю, нет вроде. Мы, по-моему, одни в магазине остались. Ну и хорошо. Как это? Продавец. Еще продавец есть. Тоже неплохо, скажем так. А ну, раз. Ну... Надеюсь, наши подписчики комменты уже пишут, а ты можешь эту выбрать, а эту померить просто. И все. Можно. Правильно. А я снова свое дело. Ух, вообще ну, так. Ну классно. Угу. А это что, это не хлопок? Не знаю. Хлопок. Прикольно вообще. Классно. Ну, Наташа
стала мерить, говорит, размер маловат, поэтому... Хотя это Элька. Да, хотя это Элька. А белая это М-ка. Ну, в общем, я беру себе зеленую защитную цвета, а Наташа вот эту вот прикольную, которая стоит 3800, ну, она того стоит. Или 3900, ну, вообще нормальная. Наташ, да? О, сейчас. 3800 еще и 50. А, это 100% лен. Ну, все. Это 100% лен, это хлопка тут нету тоже. Ну, вот такой классный магазин показали, только вышли из отеля, уже застряли. И снимаем его видео. А про шоты. Написано? Вышиванка «Жіночок крапанка». Или «Крапанка», даже не знаю, как это. Интересно. Еще раз показываю магазинчик. Уютный такой. Да. Пишите комменты, ставьте лайки. Нам будет приятно. Нет. Скажи, что мы купили. Ну что же мы купили? Неожиданно. Да. Дякуємо, до побачення. Дякуємо, до побачення. І вам. Все, вперед, смотреть Львов. Так, ми все забрали.